Ну, я такой, ребята, тут подумал так сейчас. И как бы... В принципе, на этом можно заканчивать. Ага, конечно, уже закончил. Да, сегодня мы будем заниматься запрещенными действиями, которые могут ослепить вас навсегда. Вышло все не без фейлов, но... Первая проблема, с которой я столкнулся, в первой халве в принципе отсутствуют как таковые настройки графики. Пришлось воспользоваться консолью и... Вторая проблема. Почти все команды дают абсолютно никакого, сука, эффекта. Однако, это меня не остановит. Good morning, and welcome to the Black Mesa Transit System. Итак, сперва отключим фильтрацию текстур, используя эту, длинную как мой хуй команду. Что изменилось? Банальное сравнение. Посмотрите на эту блевотину на стене. Раньше было мыло, а потом стал Майнкрафт. А вот эта команда убирает кровь от людей. Зацензурим игру, полностью убрав расчлененку. Теперь после удара тела будут магически исчезать. Ну хватит страдать херней. Вот самая жесткая команда. Как мы можем видеть, особого эффекта нет. Только мобы стали светиться как фонари. Но это до тех пор, пока мы не перезагрузимся. Вот теперь другое дело. Это настолько прекрасно, что я непроизвольно хочу умереть. На самом деле есть еще более жесткая команда, но стой! Я знаю, что ты хочешь сделать. Не делай этого. Даже не думай. Прекрати, игра крачится к ебене. Ну а теперь закрепим все, уменьшив разрешение до максимума. Вы готовы увидеть самые низкие настройки графики в Half-Life? У меня нет слов. Это просто божественно. Чтобы вы понимали, это Half-Life, а вот это Майнкрафт. Еще раз Half-Life, а теперь Майнкрафт. Half-Life, Майнкрафт. Мне кажется, в Майне графика лучше. А еще я тут заметил, что столы не отображаются. Ну, то есть совсем. Привет. Ученый, держи подарочек. В смысле, ты куда? Лови подарок. Зашибись. Понтов ради, я тут решил сделать один спидранерский трюк. Блять. Ура! Забавно, что кислота теперь черная. Ой, расизм. Самая красивая локация стала еще красивее. Невероятно. А на поверхности вроде даже и ничего особо вообще так-то и не поменялось. Да. Чё-то в глазах помутнело. Ну, Зен тоже как-то разочаровал. Короче, из-за древности первой части Half-Life, напомню, это игра прямиком из архейской эры. Просто тут даунгрейдить, по сути, нечего. Но на этом еще не все. Не стоит забывать про несчастный Half-Life Source. Поверить не могу, что я скачу этот недопорт на свой компьютер. А вот тут ничего особенного. Просто веду все команды из даунгрейда Half-Life 2. Ляпота. Господи, мне кажется, тут мои комментарии излишни. В своей жизни я видел много ученых, но ты самый страшный из них. Без обид. Настал час экшена. Стреляем солдата слева, поворачиваемся на 180 градусов и стреляем солдата справа. Кидаем тактический поддумок и ловим ехидную пулю в лоб. Мудак. Здоров, сейчас я покажу, как сделать скип с лифтом. А, точно. Это же Source. Как я мог об этом забыть, бля? Хай, не забудьте посмотреть предыдущий даунгрейд по Half-Life 2, а также другие годные видосики. А вообще лучше подпишитесь на канал и поставьте лайк. Ну и жду вас на нашем сервере в Дискорде. Good luck and have fun.